Здравствуйте, дорогие мои зрительницы! Я Любовь Офенхойсли, и сегодня в моем обзоре осень-зима 2024-25 от ТОЦ. Самое первое шоу осень-зима 2024-25 новый креативный директор ТОЦ Маттео Тамбурини провел в крупнейшем трамвайном депо Милана. Зрители сидели в окружении трамваев, которым почти 100 лет, и смотрели коллекцию, которая, как надеется руководство бренда, привлечет новую аудиторию. «Милан любит сдержанность. В этом его очарование заключается», – сказал Тамбурини. И сдержанностью отличалась его первая коллекция. Двойные рубашки дополняли либо строгие брюки со стрелками, либо широкие ниспадающие брюки, создавая повседневные расслабленные образы. Модели дефилировали перед публикой в стильных нарядах, которые включали много изделий из кожи, практичные брюки для ежедневной носки, костюмы, которые идеально подойдут для любой жизненной ситуации, а также классические рубашки. Помимо этого, на подиуме можно было увидеть идеально скроенные пальто, широкие кожаные ремни с массивными пряжками и практичные высокие сапоги. Также в коллекции представлены тренчи, вещи из трикотажа и стильные объемные мягкие сумки. Отдавая дань наследию бренда, Тамбурини прекрасно поработал с кожей и создал серию филигранно отшитых лаконичных кожаных изделий, полностью отвечающих еще одному уже глобальному тренду «лучше меньше да лучше». Еще одним типичным для ТОЦ изделием стало двубортное пальто из козьих шкур в рыжевато-коричневом цвете. Исследуя более чем вековую историю бренда, дизайнер, тем не менее, постарался привнести в коллекцию авторские штрихи. Многослойные трикотажные сеты, деконструированные тренчи с кожаными вставками и изделия из вареного кашемира. Безусловным украшением коллекции стали излюбленные мокасины с пушистой бахромой в стиле йети, акцентные ремни с большими пряжками и мягкие объемные сумки, которые модели носили под мышкой. Критики сошлись во мнении, что первый блин у Тамбурини вышел не комом, и смена креативного директора пошла бренду на пользу. Сам дизайнер тоже остался доволен показом. А вот удалось ли дому привлечь новых покупателей, покажет только время. Не забудьте поставить лайк и подписаться. В моих обзорах не только подиум и кутюрье, но и много интересных и модных идей для вашего гардероба. Хорошего вам настроения и приятного просмотра!